потоплем, устроим в туалет. И Дениса в школу повезем. Давай, мой хороший, в поле иди. О, у нас прям, ну прям холодно. Как-то резко все произошло с плюс 20. Кого гоняешь-то? Ой, 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 чудо мое. С плюс 20 до минус 3, по-моему. Это круто, конечно. Сегодня поймал себя на мысли, что сплю прям с головой под одеялом. Котел не включила. Надо сейчас приеду, Дениса отвезу. Надо включить котел. У нас в зале просто всегда прохладно. Ой, 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 пописал, пописал, закапывает. У нас в зале всегда прохладно. Прохладнее, чем в остальном. Ну, в остальных помещениях. Не знаю, почему так. Так как мы там с Димкой спим. О, сегодня прям было зябко. Димка на работе. Я сегодня подзамерзла чуть-чуть. Но спала прям как убитая. Прям хорошо спала. Во льду, лужа. Офигеть. Ой, господи, длинная эта грязь. Я-то зачем в поле пошла? Трой, давай в туалет и пойдем. Иду такая, как будто на прогулку пошла. У Дениса сегодня крайний день. Потом у него неделя каникул. Стоит, смотрит. Садись давай уже, чудо. Вот. Так что сегодня хорошее настроение, потому что потом неделю не надо будет мотаться в школу. Ну и потом у нас уже все, последний рывок до каникул. И летние каникулы. Правда, там майские праздники. А больше, наверное, ничего. Господи, писает, писает. Смотрит на меня, иду я, не иду. Все летит. По большому так и не сходил. Чудушка, ты что в туалет-то не сходил? Ой, 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 кони, огонь. В туалет ты что не сходил? Иди, сходи. Молодец, все собачка понимает. Особых слов не надо. Сейчас посмотрю, вот приеду домой. Как в такую погоду. Много клещей снимем или немного. Хотелось бы, конечно, погулять, сходить со всеми. Потому что пока не жарко. Вроде как они должны уснуть. И дождя нет, это хорошо. Ну что, писает, писает. Закапывает, закапывает. Ну ты все, да? Просто пописали мы? Ну пойдем. Чудушка, пойдем. А то там Дэнди уже ждет. Или все-таки... Да. Нюхач мой. Ты мой золотой. Да, да. Ну, котик. Ну пойдем. Не хочешь, не надо. Пойдем тогда потом погуляем с тобой. Сходим. Ну я думаю, что ты хочешь. Но молчишь. Что-то я пошла прям по траве. Сейчас наснимаю себе, если они не спят. Здесь, конечно, клещей много прям. Да, пошел в туалет все-таки. Сейчас сядет, наверное. Здесь все-таки клещей много. Где мы раньше жили, их там поменьше. Да, все, сейчас сядет ребенок. Молодец. Знает, что мама попросила. Вот. Клещей дофига. Но здесь хорошо, что... Практически. Фу-фу-фу, прям боюсь глазить, нету змей. Это моя прям фобия-фобия. Пауки есть, но не огромные. Но змей здесь нету. Один раз я видела лужа в поле. И один раз за 5 лет, что мы здесь живем. Все? Супер. И один раз на участок заполз луж. Как потом оказалось, он... проживал у дяди Вовы в теплице. Дядя Вова его перекинул к соседу. Ну, там не живут. Заброшенный участок. Вот. А видно от соседа, он ко мне переполз. Но он быстро уполз. Я, конечно, была в шоке. На улицу не выходила целый день. Соседка пришла. Пошла, палочка пошебуршала.
и все. И больше я его не видела. Так что такая вот ерунда. Потом Дима приехал домой, сразу пошли убирать все эти деревяшки, которые там у нас на участке лежали. Но это было, когда мы только переехали. И все, за последние, за все 5 лет это вот было такое, один раз. Все, пойдем, машина наша прогрелась. Да? Мой золотой. Давай, заходи.